Краеведы, программисты, библиотекари и просто неравнодушные жители встретились в музейном комплексе «Артишок», чтобы обсудить дальнейшее развитие виртуального музея «Химки 1941-1945. Все для фронта, все для победы». На встречу пришли и лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Татьяна Кавторева, Николай Томашов и Инна Монастырская. Благодаря усилиям их и других активистов платформа регулярно наполнялась живыми голосами очевидцев тех событий. Сегодня состоялась рабочая встреча по работе сайта виртуального музея «Химки. Все для фронта, все для победы», где мы рассказали о том, какая работа проделана, показали различные разделы, и жители смогли ознакомиться с тем, какая была проведена работа. Участники встречи выступили с инициативой расширить наполнение музея двумя новыми разделами – «Народное ополчение» и «Искусство о войне», а также внесли предложения по произведениям, которые могли бы попасть на платформу.